Я агент Интерпола Селлинджер. Год назад к нам стала поступать информация на Международный банк бизнес и кредит. Главный игрок на рынке отмывания денег. Все тут замешаны. ЦРУ, ваше правительство, русские олигархи. Они контролируют все. Те, кто пытался им помешать, либо убиты, либо исчезли. Деньги для нас не служат основным средством взаиморасчетов. Можем предложить оружие, информацию, логистику. Все, что нужно для смены власти. Нужно разобраться с этим банком. Вам придется выйти за рамки правосудия. Вы не можете меня арестовать. Кто сказал, что я вас арестую? Перемотай. Возьмем его, возьмем и банк. Он за собой всех потянет. Они меня все равно уберут. Тебя найдут. Не тебя, так твоих родных. Труднее всего сжигать мосты между настоящим и прошлым. Оставь меня в прошлом. Мы добьемся справедливости. Добьешься, но слишком поздно.